Вторая серия по поводу приседаний. Значит, с пустым грифом, когда вы поработали, размялись, делаете вес тот, который немножко вам даст растяжку. То есть не пытайтесь накачать мускулатуру. Поверьте, если у вас больные суставы, вы мускулатуру не сможете пробить нормально, потому что она у вас, весь мышечный корсет у вас больной. То есть если вы проверяли его на триггерные зоны, то вы чувствовали, что мышцы в разных участках вам отдают боль. Это то же самое, как тренированный спортсмен после хорошей прокачки ног чувствует болезненность во всех мышцах. У тренированного спортсмена это проходит на 3-4 сутки, у больных людей с суставами эта боль все время присутствует. И она может быть неощутима нажатием руки, но если вы ляжете на какой-то предмет, на какой-то мяч, на какой-то ролик собственного веса, вы почувствуете глубокую болезненность каждой мышцы. Поэтому в таком состоянии мышцы невозможно работать. А использовать как растягивающий инструмент возможно. Вот я повесил здесь по 10 килограмм, с учетом того, что я раньше приседал по 200 килограмм, то сейчас вот вес у меня 40 килограмм. То есть это абсолютно меня не парит, потому что моя задача протянуть себя, растянуть. Все то же самое. Заходим, выставляем ноги симметрично. И уже с весом пытаюсь продавить себя, растягивая колени в стороны. Подержав немножко внизу, почувствовав хруст в суставе, вы встаете обратно. И держите и делаете столько, сколько вам приятно сделать. Это может быть 5 повторений, может быть 10. Все делайте в удовольствие и получайте от этого радость, а не дополнительную боль. Всем пока!